Вернуть солдат из строя – святое дело. Чтоб дальше воевал, громил врагов. И медики старались, что есть силы. И это вклад победы их таков. Вклад в победу внес каждый из них. 148 имен медицинских работников Ульяновской области. Кто воевал на фронте, был тружником тыла, успел вернуться с войны или пропал без вести, увековечили в канун 73-й годовщины Великой Отечественной войны. Мемориальные списки открыли на памятнике воинам-медикам областной клинической больницы. В торжественной церемонии открытия списков о возложении цветов приняли участие представители общественности, областной медицинской палаты, действующие специалисты больницы. Поздравил со знаком событий всех присутствующих и Сергей Морозов. Мы с вами и помним, и знаем имя победителя. Это советский народ. Наши с вами бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Это день и ликующие радости торжества. Этот день и светлой печали. Этот день нашей общей памяти. И этот день великого подвига. Я от всей души хочу от себя лично, от органов государственной власти нашего региона поздравить вас всех, кто собрался здесь, у этого мемориала. С Днем Победы! С днем гордости, с днем величия нашего государства. В первом ряду почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны, кто в страшные годы, несмотря ни на что, были верны больнице, медицине, отчизне. Нина Романовна одна из них, 93-летняя женщина, проработала медсестрой в областном учреждении до мая 87 года. Ветеран признается, что больница для нее дом родной. Мы работали всем, куда нас, мы окопы копали, мы везде были, работали, где у нас, куда нас не посылали. Я училась в фармучилище, кончала фармацевтическое училище, потом медицинское кончала училище. Но, во всяком случае, мы работали везде, в колхозах работали, и зимой, и в снег, и в грязь, и в холод, и в голод. Сидели голодные, холодные, работали и никогда не спрашивали, сколько нам заплатят и дадут ли нам чего. Больше сотни имен запечатлены на памятнике, еще миллионы звучат в наших сердцах. Но важно ценить и те, кто еще рядом с нами, кого пока можно обнять, пожать руку и сказать спасибо. Рената Люлова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды. We'll be right back.